О качестве дорог в нашей стране сегодня шла речь на форуме «Транспорт России». В его работе принял участие Дмитрий Медведев. Перед началом официальной части премьер осмотрел новейшие отечественные разработки. А на одном из стендов главе правительства предложили совершить виртуальное путешествие на поезде из Москвы в Казань. Сейчас новую сверхскоростную трассу проектируют. Начало строительства запланировано на следующий год. Позже на совещании Дмитрий Медведев сообщил, что работы по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги» будут продолжены. Обратил внимание на развитие современной автотранспортной инфраструктуры. По качеству автодорог, и это ключевая вещь, мы занимаем лишь 114 место. И здесь все понятно, что, конечно, нас это устраивать не может. Мы выделяем деньги из федерального бюджета. В этом году свыше 31 миллиарда рублей. Отремонтировано более 5000 километров дорог. В следующем году мы собираемся двигаться с опережением этих показателей.